преграда за преградой. Они не выдергиваются, нет? Хуй там, да? Нет, Сань, а? Ты вот этот, который Санек двигает, ее пилини. Она сейчас сломается, а потом уже проехать можно. А, ну вот ту еще, да, вот где, так. Да все, сильно не надо, все, Сань, двигай ее, она сейчас отводит. Саня, отойди. Сань, ну, которую я держу, тоже не ездит. Не изгиби, она сейчас сразу будет. Нет. Че, Сань, сколько еще ехать, говоришь? Да чуть-чуть прям вот. Дай? Ладно, пойду я тогда вот здесь еще почищу. Тяжела, ребята. Дорожка. Много поваленных деревьев. И решил вам показать, вот, вот так вот все у нас. Вся дорога проходит. Ладно. Идем дальше. Ну? Вот денежку нашел. Александра Первого. А где Петровская находил? Петровская? Это ВРПшка вон там. В Шурфе, да? Да. Итак, ребят, сейчас на самом деле всем привет. Ехали, доехали вот до такого красивого, замечательного места. Выехали мы сегодня в 2 часа, да? В 2 часа ночи мы выехали. Конечно, некоторые пораньше выехали, я в час. Стас, ты во сколько? 12. Стас в 12. Вчера в пути. В общем, мы ехали практически всю ночь, и вот только сейчас вот уже рассвело, и мы только доехали. Копаем мы сегодня вчетвером. Саня, который частенько у меня фигурировал на видеокопах прошлого года. Стас, который 2 года назад со мной в основном ходил. Ну и Дмитрий. Дмитрий, который фигурирует у меня в последние видеосюжеты. Так что будем копать вчетвером. Находки, думаю, порадуют в 4 раза больше будет. Да? Однозначно. Так что 40 монет от нас сегодня, ребят, ждите. 160. Место у нас Староверов. Как Александр сказал, он историю проштрудировал очень хорошо. Здесь он поднимал даже петровские монеты. Анна Иоанновна. Даже были иноземные какие-то монеты. Между прочим, он мне ее подарил. И чуть позже я вам ее продемонстрирую. Как она, Саня, называется? Османская империя? Да. Монета... 20 паре Османской империи. Там, конечно, ни хрена ничего не понятно, что написано, но он как-то что-то где-то в интернете вычитал и определил: монета Османская империя, период где-то Александра Первого, 1821, да, Сань? 1865. А, 865. Ну и посмотрим, что у нас. Терка 705 у Дмитрия. А затем у Александра сафарик. Ну и самый такой фартовый. Борзый. Вон он, фартовый. Я его прозвал из-за того, что фартит ему, ребята, постоянно фартит. Конечно, он... Когда что не фартит, люди одеваются, он уже копает полчаса. Сделал он уже вон первые копки. Что там было, Стас? Золото. Золото, бриллианты. Вот. Ну, фартовый почему? Потому что ему фартило постоянно. То найдет какой-нибудь знак, типа 300 лет Романовых, там, где я уже копал. Или же какую-нибудь ценную монетку. В общем, честно, по секрету, ребята, это я ему прозвище такое дал, фартовый. Потому что ему прет. Ну, посмотрим, будет ли переть ему сегодня. Ну и вообще, у Санька сафарик, все сегодня приборы разные, у Стаса Фишер 4, у меня макроресер, если зашурфимся, то в бой пойдет Аська 250. Так что вступление сделал, если вы меня видите, значит, находки у нас интересные будут. Ну и продолжаем, смотрим. Итак, ребят, как говорится, кто рано встает, тому Бог подает, вернее, земляной дед. Ну и как вы видели, Стас, который фартовый,
Вышел первый накоп. Первая монета. Ну и угадайте, какая? Фартовая. Показывай. Смотрите, какая фартовая монета. Здесь вроде ничего не видно. Переворачиваем, блядь, теряем. 25-й. Год, смотрите. 1925 год. Как я вам сказал, Стас у нас фартовый. И свое, как говорится, погоняло. Он оправдал первой находкой и первой удачной. Одна копеечка 1925. Вот вам и Фишер четвертый. Мои поздравления, Стасян. Мои поздравления. А где твой танец? Вот та-та-та! Это у нас Стас всегда так танцует, когда первую монету с Сашком поднял. Вот так он плясал. Вот так вот. Ладно, продолжаем. Вот он, смотрите, бородатый, счастливый, фартовый. Продолжаем. Итак, у меня первая находка. Копаю вот в таких вот местах. Пацаны решили там зашурфиться. Но я пока обследую территорию. Хочу определить, откуда докуда была деревня. Здесь вот свежие такие сосенки посажены. И дымовые ямы стоят вот именно на этом уровне. Дорогу я вон там пробивал. К сожалению, на дороге ничего не было. Это самое первое, что я начал делать. И вот здесь вот походил. Режим установил третий. И был сигнал. И это у нас золото партии. Вот такой вот пятачок. Зачетный пятак. К сожалению, всего-навсего 1930 год. Ну, такой бодренький. Пойдет, пойдет. Продолжаем. Красота. Птички щебечут. Погода радует, вообще классно. Два дня лил дождь. В Самаре сейчас даже льет дождь. Но мы копаем в Ульяновской области. Здесь погода просто чудо. Идем дальше. Да-да-да. Итак, ребята, как говорится, на прошлом месте Стас у нас вышел первый накоп. Сейчас мы немножко перекусили. Мне достаточно было чай попить с бутербродом. И я первый вышел на коп. Поднял он там несколько медиков. Здесь я, наверное, шурфить буду. И здесь сигнал был. И смотрите, что я уже доставал ее. Смотри, какая красота. Это что у нас за отличную стрельбу или стрелок, как она там называется-то? Я такую вещь в первый раз в руках вообще держу. Этот жетон вообще шикарный. Здесь Сантей говорит, что артиллеристы, девчонки стояли. И вот такая вот монета, зачетная диковина. Сейчас я его почищу, получше разгляжу, что это. Ну это за отличную стрельбу или что-то в этом роде. Ладно, чуть позже, может быть, включусь. Итак, ребят, там у нас заложены шурфы старые. А пацаны решили их продолжить. Я же решил посмотреть, какие здесь у нас могут места перспективные. И здесь вот, так понимаю, дымовой ямы нету, но небольшой такой холмик. Сигналы есть, зачастую чермет, то есть кровля. Вот, и выпал сигнальчик, монета, 3 копейки, 29-го года. Вот такой вот монетос выпал у нас, 29-й. Ничего, пойдет. Пацаны тоже подняли, там находки хорошие. Стас копеечку 25-я, Диман пол копейки 25-я, потом серебрушку советскую. Вот, так вот, в принципе, неплохо получается. Но в целом, продолжаем.
Итак, находка. Вторым штыком лопаты выцепил вот такую вот монетку. Это у нас царская копеечка. 1899 года. Сохран классный, песочный. Патина такая, знаете, однотонная. Классная такая, мраморная. Вообще зачет. Офигенно. Чистить я ее, конечно, не буду. Патина будет вот такая вот родная. Классная зачетная монета. У пацанов тишина там. Не знаю, что они там накопали. Надо будет как-нибудь подойти, узнать. У нас ветерок, как вы видите. Камеру стараюсь как-то спрятать. Ладно, идем дальше. Итак, ребята, очередная монетка. И вот она лежит. И сейчас достанем с вами. Это у нас советик. Смотрите, какой сохран. Ну, конечно, монета ни о чем. 3 копейки 69 года. Ну, сохран, смотрите, какой классный. Ни одной болячки. Вообще суперский сохран. Диман устал тоже копать. И решил со снайперкой, как и я, с Аськой, верховые поискать потеряшки. Черт, шурфы у нас сегодня ни у кого пока не сдаются. И вот верховые пытаемся выцепить здесь. Ладно, идем дальше. Итак, ребята, идем мы по дороге на базу. Впереди Дмитрий. И у меня был сигнальчик очень плохой. Аська выцепила, и это 10 копеек. 32-го года вроде. Да, 32-й год. Рамочник. Сохран просто огонь. Вы только смотрите, какой сохран. Вообще обалденный. Зачетная монета. Конечно, забираем. Что-то сушняки такие долбят сегодня. Шурфить неохота. Вообще пару раз пытался зашурфиться. Ни хрена не получается. Ломает и все. Вот хожу с Аськой. Верховые сшибаю. Идем дальше. Итак, у меня сигнал, находка. Все же решился я зашурфиться, как и все пацаны. Они монеты выкапывают, я нифига. И решил присоединиться вот к Дмитрию. Диман здесь советиков надергал, дорогих пятачков. И у меня вот выпала царская монета. Трешка. 1899 год. Между прочим, копеечка царская тоже этого года. А сейчас трешка. Да. Рукожоп, как говорится, блин. Саданул по монете аж дважды. Да, сейчас критика от вас посыпется. Ну вот такой вот рукожоп. У нас ветер, то и гляди, дождь нас накроет, то слева, то справа тучки гоняются туда-сюда, и никак нас не накроет. Если честно, я уж хочу, чтобы он накрыл, сесть в машину и отдохнуть. Сегодня устал как никогда. Без сна копать, конечно, тяжело. Ладно, продолжаем. Ребят, 3 минуты назад пожелал дождь, и дождь заморозил. Ветер аж. У меня находка где-то вот здесь вот гурт, я видел. О, гурт. И это у нас двушка. Двушечка. Какой год? 36-й. Да, 36-й год. Диман здесь надергал 35-го, 37-го. В общем, все, какие были дорогие монеты, на этом шурфе Диман и поднял. Ну вот у меня двушка 36-го. Забираем. Пацаны, только что вам показывал двушку. Сигнал продолжался, и смотрите, бомба лежит. Какая здоровая монета. И что это у нас? Это у нас пятак.
24 года. Ну я как вот по такой монете снова не засадить? Я ее снова, блядь, ее. Вот такой вот пятачок. Зачетно. Так, находка на находку у нас вот такая вот. Боеприпасы. Первый мировой. Это у нас от винтовки Мосина. Имеется на донышке, на капсуле, надпись Remington. Эти патроны поставлялись американцами в 17-18 году, потому что в России не хватало патрон. И вот они шли с Америки. Были еще с Великобритании. И вот поставляли американцы. Ладно, брать ее не будем с собой. Как-никак, это у нас боеприпасы, статья. Здесь оставляем. Итак, ребят, очередная находка. И вот она. Нет, это не царь. Это пятачок. Это пятак советский. Год 30-й, что ли. Так, сейчас посмотрим. Да, сзади старый герб. 30-го года. Вот такой вот пятак. Ладно, идем дальше. Итак, ребят, получается вот такой, смотрите, аккуратный шурф. Дмитрий прям профессионал по шурфу. После себя он не закапывает. А получается вот такая вот классная работа. Просто заглядение. А потом вот в эту ямку он сам ложится, бля, и все. Да. Но и я начал снимать из-за того, что у меня монетка. И монетка царская, 2 копеечки. 1876 года. Монета затертая. Но все равно медная царская монета. Продолжаем свой коп. Ну а сейчас находки найдем. Пойдем вот с этих находок. Это у нас Александр, который нас пригласил к себе в гости. У него в принципе неплохо. 7 монет. Все перечислять не буду, но выделю вот одну монетку. Вот она. 3 копеечки 1927 года. Сохран просто шикарный. Язв на ней нету. И по каталогу она в принципе неплохих 3 рублей стоит. Зачетная монета. Саня сегодня откатался нормально. 3-ка 35-го, 20-ка 33-го, 2-ка 38-го. Ну и остальное там советики. Теперь у нас Диман. Терочка 705-я. У него тоже имеются достойные находки. Начнем снизу. Колечко, к сожалению, он сломал. Вот крест, кольцо обручальное, 2-ки советики, 3-ки. Все классно, но вот такая вот монета у него была. Это у нас 5 копеек 38-го года. Убитая в краске. И себестоимость она была бы очень-очень весьма приятной суммой. И у него тоже сегодня без сенсации не обошлось. Это у него полкопеечки. Зачетная монета, не часто ее встретишь. Полкопейки 1925 года. У меня в коллекции такая имеется только одна. Ну и серебрушку он единственный, кто сегодня серебро дернул. Это 10 копеек 29 года. Единственный, кто поднял серебряную монету. Тоже отработал на ура. Вот такое количество, зачетно. Ну и Стас, наверное, чемпион. Чемпион благодаря вот этой находке. Это 1 копеечка 1925 года. Сохранчик средний и, возможно, разновидность, потому что серп у нас показывает выше Северного полюса.
Если обычная, то она стоит у нас 9000 рублей по каталогу. Ну а в среднем монетки у него ничего особенного. Вот такая вот сережка серебряная. И в принципе тоже удачно откопал. Ну и мои находки, в принципе, я все шмурдяком собрал. Пацаны шмурдяк не собирали. Я собираю шмурдяк цветной. Патрончик я все-таки решил взять. Сделаю дырочку и в коллекцию. Все остальное тоже из цветного металла. Конины, пуговицы, пряжки, все-все-все. Поднял подкову, на счастье. И после того, как я его поднял, находки у меня поперли. В принципе, неплохо. По количеству находок я, в принципе, более всех набрал. Я сегодня выполнил план, который обещал, каждый должен накопать 10 монет. Но, к сожалению, только я накопал. Единственное, что у меня азат... Дмитрий тоже 10? Да, вон Дмитрий меня пополняет. Поправляет то, что он тоже выполнил план. 10 монет. Но у меня сегодня ничего особенного. Вот такая вот зачетная монета. Вернее, не монета, а знак, жетон. Я сначала думал, период, наверное, ранние советы. 30-е, 40-е. Но нет. Здесь у нас имеется буковка Ять. Как вы видите. И этот знак выдавался за отличную стрельбу. То есть царского времени. Не зря на этом шурфе, где я его поднял, я зашурфился потом немножко в конце, наверное, часок пошурфил и поднял кое-какие монетки. То есть царская трешка, двушка, копейка, пятак 24-го, по советикам два пятака 30-го года, две трешки, нет, три трешки. Ну, в принципе, все банально, как всегда. Вот в таком количестве у нас сегодня находки. В принципе, удачно съездили. Каждый себе выдернул сенсацию. Повторюсь, сафарик выдернул трешечку 27-го года. А терка 705-я выдернул полушку 1925-го и серебро. А Фишер 4-й вытащил копеечку 25-го года. И макрорейсер вот такой вот знак. Каждый остался довольный. Да? Каждый остался довольный сегодняшним выходом. Да, мы вообще довольны. Все довольны. Так что сейчас собираемся. Путь у нас долгий домой. Поедем в ту сторону. И займет у нас 4 часа. 4 часа на поездку. В лучшем случае, если не будет пробок. Так что вот так. Итак, ребят, закончили мы сегодняшний коп. Сейчас в путь дорогу. Умоемся, сполоснемся в святом источнике. Наберем водички святой и поедем. Так что вот так вот у нас сегодня получилось. Находки всех порадовали. Без исключения все остались довольны. Ну, как говорится, съездили, отдохнули, покопали. Вот сегодня, как вы видели, выезжали мы ночью, ехали 4 часа. И сейчас в обратную дорогу снова едем 4 часа. Так что на этом и закончу. Вот, ставим пальчики кверху за труды, за старания. Как говорится, тяжело снимать, копать и комментировать. Ну, на этом и все. Всем пока и удачных копов.